Так, мы садимся ужинать. У нас, кстати, Дима постригся, смотрите, какой стал. Сзади, ну-ка, поверни голову. Тут у него сзади прям ежик такой, постригся, совсем другой стал. Сначала его обстригла бабуля Лиля. Да? Да. Под Иванушку дурачка. Потом был вообще был прическа была кошмарная, как будто он сам себя постриг. Потом моя мама отвела его в парикмахерскую и сделали неплохо. Ну, это уже он оброс у меня. У меня сейчас прям такая прическа. Так, мы сели с Димочкой кушать, да, ужинать. Дима уже поел гречку, салатик, яички у него и десерт. Здесь облепиха, яблоко, тёрта, груша и мед. Пока рано еще, да. Вот, себе сделала яичницу, но что-то она не получилась у меня лечь нормально. Первый раз что-то такое. Нет, кстати, бывает, ладно. Вот, чесночок, тоже десерт и тоже салатик. Огурчики, помидорки у Димы также. Да. И напиток у нас. Напиток у нас с тобой какой? Какой? Вот такой, кстати, очень вкусный. Красный напиток надо еще купить. По-моему, в фикс-прайсе набрали. Да, а это пока можно поесть? Нет. А почему? Дима никак он доест. Доесть нормально не может кашу. Давайте до конца. Я его учу, чтобы он все доедал до конца. Какую кашу? Гречневую, я же сказала вроде. Потом у него яички, потом салатики, потом десерт. Все как положено, да? Да? Да, не ем. Так что пожелайте нам приятного аппетита. А, у меня еще угольки лука. Кстати, еще вкусные такие, необычные. Хотела, чтобы он прозрачным стал, а не умею я жарить, видимо. Никогда не жарила. Приятного аппетита. Приятного аппетита. И тебе тоже. Приятного аппетита. Да. Приятного аппетита. Да. Всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Это пока можно? Нет. Представляете, что? Эти огурцы буквально простояли полутора суток. И они уже пресневелые. Вот, 19 рублей за килограмм. Они были уже все плохие, были прям вообще ужас просто. Надо все-таки выбирать. Привет, Дима. Привет. Нужно выбирать огурцы, все-таки накладывать самим. Очень обидно, потрачено было 40 рублей. Хоть не 400. Честно говоря, я очень сильно не люблю выбрасывать продукты. Я никакие продукты вообще не выбрасываю. Стараюсь быстренько их съедать, либо замораживать, если что-то я не успеваю, например. Тут, честно говоря, для меня очень сильно обидно, потому что 2 килограмма, не знаю, зачем я 2 купила. Они все вон желтые, они все помятые, они все... При том, что мешок был открыт, это я его сейчас уже закрыла, и они пропали. Блин, это так обидно, вот честно. Теперь я буду все накладывать сама. Хорошо, что я у них не купила арбуз, потому что арбуз у них был на 3 рубля дешевле остального рынка. Я подумала, ну, думаю, пойду там. Потом думаю, да нет, не буду. Ладно. У них, кстати, в прошлом году была черная смородина. Крупная, красивая, все, но кислая. Ужас просто. А у бабушек была такая же, гораздо дешевле, но сладкая, вкусная, да? Да, у кого? Мы варенье наварили. Какого бабушка? На улице там бабушки торгуют. Мы тоже будем покупать черную смородину. Я буду варенье хочу сделать. Заморозить хочу, да? Да, сынки? Да. Да, полный вообще прям. Этот холодильник продуктов. Здесь вот облепиха Димина. Там вот Димина слива. Батарейка опять садится. Ну, успею показать. И арбуз у нас. И сметану мы ее за место майонеза едим, тут облепиха, рис, перчики вот здесь вот. Так, это варенье, это запеканка мама приносила. Тут фарш, тут, я не знаю, еще что-то, перчики. Кабачок, баклажаны, вон там сыр, сливки, слива, масло, творог. Блин, вообще просто холодильник битком. Битком. Такого, мне кажется, только летом бывает. Ну, остальное это вот груши, яблоки. Тут вот зелень надо мне ее засушивать. А мне негде, короче. Там для помидорки я буду засаливать. Кстати, надо их убрать. Вот. Короче, вот так. И здесь тоже. Ну, тут все вот это вот Женина. Свекровь тут понаставляла майонез. Но я решила, что майонез больше есть не буду. Потому что там очень много химии. Очень такой состав мне не нравится. Заместо майонеза мы делаем соус и сметаны.
Вот эту, кстати, сметану я очень не люблю, если честно. Именно простоквашина. Мне нравится домик в деревне. Она прям ароматная, такая вкусная, мягкая. А это вот как будто она в металлической штуке лежала. Не нравится мне. И здесь, конечно же, соус для мяса. Кстати, вот этот вот соус купила. Может быть, будем с вами его скоро пробовать. Кстати, на его обзор бы хорошо сделать. Вот. Ну, тут уже шоколадка, там специи, лекарства. Тут лекарства, тут лекарства. Ну, лекарств, конечно, маловато. Лимоны вот я вчера еще купила. По-моему, зимой лимоны стоят дешевле, мне кажется. А мне показалось, тут ананасы написано. 154 рубля. Не килограмм с мелочи получился. Хлебушек лежит, тут мука. Убрать никак не могу. Чаши, короче, все навалено.